Если говорить о наиболее важных, сквозных для истории психологии проблемах, то важно обратить внимание на особенность предмета, одну из особенностей предмета истории психологии. Она заключается в том, что это предмет, развивающийся во времени. А всякая наука, имеющая дело с предметом, который развивается во времени, использует такой познавательный прием, как периодизация. То есть выделение качественно своеобразных и отличающихся друг от друга периодов развития этого предмета с течением времени. В качестве аналогии можно привести, например, такую совершенно не похожую на историю психологии дисциплину и далекую от нее, как возрастная психология. Но с историей психологии ее объединяет то, что обе эти дисциплины занимаются очень разными, но развивающимися во времени предметами. И поэтому используют такие приемы, как периодизация. Вот и в нашем с вами случае обязательно нужно обратиться к такому приему, как периодизация, поскольку он позволяет упорядочить представление о предмете, выделить устойчивые типы этого предмета в течение времени. И поэтому обратимся сейчас к различным способам построения периодизации развития истории психологии. Надо сказать, что сама периодизация зависит от того основания или от того критерия, который служит базой для ее проведения. Давайте приведем примеры из возрастной психологии. Мы с вами знаем периодизацию, основанную, например, в психоанализе, на фиксации либидо в различных зонах тела. Вот это будет оральная, анальная, фаллическая, латентная и генитальная стадии развития. Мы с вами знаем, например, другую периодизацию Эрика Эриксона. Она основывается на понятии идентичности и включает совершенно другие периоды. Мы можем с вами заметить, что в советской педагогии использовалось совершенно внешнее по отношению к психике ребенка основание для периодизации, так называемый зубной возраст. Выделялись периоды беззубого детства, молочнозубого детства и коренозубого детства. Мы с вами знаем периодизацию, построенную по принципу ведущей деятельности. Там игра, учение, общение, труд и так далее. Как видим, одно и то же развитие психики ребенка совершенно по-разному структурируется и упорядочивается в этих разных периодизациях. Какое же основание взять в качестве главного? Можно заметить, что основание для подобных периодизаций оказывается более или менее внешним или внутренним по отношению к предмету изучения. Почему мы можем только улыбнуться, когда говорим о периодизации развития психики ребенка по зубному возрасту? Да просто потому, что смена зубов – это очень внешнее явление по отношению к психике ребенка. И наоборот, почему мы с достаточной степенью серьезности в течение многих десятилетий обсуждаем периодизацию, связанную с ведущей деятельностью? Потому что ведущая деятельность является основой организации функционирования психики ребенка. То же самое можно сказать и о развитии психологии. Оказывается, и здесь мы можем найти основания для периодизации, которые вне положены содержанию психологических знаний, а можем найти основания внутренние и достаточно существенные для понимания сути науки. Если, например, брать внешние основания для периодизации, то тогда мы можем, скажем, воспользоваться основанием периодов гражданской истории. Вот в гражданской истории выделяют определенные периоды, определенные эпохи: античность, средневековье, возрождение, новое время и новейшую историю. И таким образом мы можем расчленить процесс развития психологии на такие периоды, как античная психология, средневековая психология, психология возрождения, психология нового времени и новейшая психология. В целом ряде литературных источников мы с вами и обнаружим такую периодизацию. Она важна, она соотносит развитие науки с развитием общества, но ее основание, тем не менее, лежит очень далеко за пределами конкретного содержания науки, развитие которого мы и пытаемся осмыслить. Поэтому мы можем, конечно, проводить периодизацию по таким внешним основаниям, но важнее было бы обратиться к основаниям, более значимым для психологии как науки, основаниям,
лежащим все-таки в содержании самой научной деятельности. И поэтому мы с вами остановимся на двух таких периодизациях. Первая из них позволит представить развитие психологии с точки зрения ее научного статуса, а вторая – с точки зрения развития того, что является центральным компонентом для любой науки – развития ее предмета. Вот мы обратимся сперва к первой периодизации по научному статусу психологии. И здесь, конечно же, вспоминается фраза, некогда изреченная немецким психологом Германом фон Эббингаузом, который известен как автор первых классических экспериментальных исследований памяти, но который говорил не только о памяти как психологическом феномене. Он также высказал эту афористическую фразу в отношении исторической памяти психологии. А фраза звучит следующим образом. Эббингаус красиво очень сказал следующее. «У психологии долгое прошлое, но короткая история». Красиво, ничего не скажешь. У психологии долгое прошлое, но короткая история. И в то же время эта фраза столь же красива, сколь на первый взгляд и загадочна. Как это можно разделять прошлое и историю? Вроде бы история – это и есть прошлое. Или наше знание о прошлом. Смысл этого афоризма достаточно прост. Долгое прошлое психологии означает, что психологические знания развивались действительно более 2500 лет. Но почему же история психологии столь коротка? Потому что речь идет об истории психологии в качестве самостоятельной науки. Иначе говоря, 2500 примерно тысячелетия психологические знания развивались не в качестве самостоятельной науки, а в составе других областей знания. И только чуть больше 120 лет психология существует и развивается в качестве самостоятельной науки. Я думаю, всем уже хорошо известно имя человека, с которым связан процесс выделения психологии в самостоятельную науку. Это, конечно же, крупнейший немецкий философ и психолог Вильгельм Вундт. Мы знаем очень хорошо, что в 1879 году в Лейпциге, при Лейпцигском университете, Вундт основал первую в мире экспериментально-психологическую лабораторию, которая чуть позже преобразовалась в институт, и ввел в психологию метод эксперимента. Психология стала экспериментальной наукой и стала считаться наукой. И вот здесь возникает очень интересная вещь. Нередко приходится слышать о том, что эти два столь неравных по времени, но сопоставимых по насыщенности периода развития психологии, довунтовский и послевунтовский, обозначаются такими словами, как донаучная и научная психология. Часто действительно говорят, психология довунтовская – это донаучная, а психология вунтовская – научная. На каком же основании утверждается, что после Вундта психология стала научной? На том основании лишь, что психология обрела экспериментальный метод исследования. И здесь сразу возникает вопрос, а неужели нет совсем других наук, которые бы успешно развивались без опоры на эксперименты? Очевидно, есть такие науки. В первую очередь, гуманитарные науки. Многие из них не опираются на эксперимент. Кроме того, целый ряд психологических направлений также развиваются как неэкспериментальные. Там используются другие методы исследования и наблюдения, и анализ отдельных случаев, истории жизни или истории болезни, так называемый жанр case studies, и другие методы используются. Почему же с экспериментальным методом прочно связывается возникновение психологии как науки? И вот здесь надо сказать о том, что развлечение психологии на донаучную и научную, несмотря на то, что оно практикуется достаточно часто, не вполне корректно. Назвать какую-нибудь познавательную деятельность наукой мы можем лишь тогда, когда мы вооружены определенными критериями научности. В методологии науки есть понятие критерии научности. Что это такое? Критерии научности – это признаки, наличие которых позволяет считать тот или иной вид познания научным познанием. Но самое интересное, что эти критерии исторически изменчивы. И если мы с вами допустим, что послевунтовская психология стала научной, то очень сильно ошибемся. Потому что в начале 20 века, всего лишь через примерно 30 лет после открытия Вундтом первой лаборатории,
В Америке под влиянием позитивизма, философии позитивизма, появятся такие новые критерии научности, которые заставят признать психологию не наукой, и бихевиоризм отвергнет психику и возможности психологического изучения, исследования, как ненаучные. Психика будет объявлена им недоступна научному методу. Так что вот вам и послевунтовская психология как научная. Она вновь перестает считаться научной в ряде школ и направлений. Значит, очень важно оценивать научный статус психологии, исходя из принятых критериев научности. Почему же вунтовскую психологию стали считать научной? Дело просто в том, что принятые во второй половине XIX века критерии научности сформировались еще в XVII веке, когда из философии выделилось большинство естественных наук. Классическое естествознание XVII века и стало образцом, по которому строились критерии научности. Каковы были наиболее главные из них? Во-первых, всякая наука имеет свой предмет. Значит, это наличие предмета изучения, наличие теории предмета. Это во-первых. Во-вторых, это экспериментальный метод исследования, потому что действительно эти естественные науки, выделявшиеся из философии, опирались на эксперимент и утвердили тем самым такой критерий научности. И в-третьих, тесно связанный со вторым критерием, это возможность количественного анализа данных, возможность применения математики и математических закономерностей. Удовлетворяла ли психология этим критериям до Вундта? Что касается первого критерия, безусловно, выражаясь словами Бэкона, перед человечеством прошло столько теорий, сколько пьес ставилось на подмостках театра. И этих теорий в психологии было великое множество. А вот экспериментального метода и связанного с ним метода количественного анализа данных в психологии не было. И именно это обстоятельство побудило великого философа, основателя немецкой классической философии Иммануила Канта, довольно пессимистично отозваться о возможных перспективах психологии. Когда Кант занимался разработкой своей критики, а критика в кантовском смысле означает определение границ наших возможностей, то в отношении психологии Кант заявлял то, что она никогда не станет наукой, на том основании, что ей недоступен эксперимент и математические количественные методы анализа данных. Она может быть описательной дисциплиной, и она должна описывать отдельные индивидуальные состояния сознания, которые уникальны и неповторимы, а значит, никакие общие законы невыводимы при таком способе познания, и психология наукой быть не может. Об этом Кант говорил в XVIII веке, а уже в XIX веке в психологию окажется введен эксперимент, и с ним будут сопряжены количественные методы анализа данных. В данном случае великий Кант в своем прогнозе оказался неточен. Значит, психологию называют наукой после Вундта прежде всего на том основании, что она начинает благодаря Вундту соответствовать тогдашним критериям научности. Появляется эксперимент и возможность применения количественных методов анализа данных. Собственно говоря, и то, и другое появляется даже перед открытием вунтовской лаборатории. Мы можем сослаться на такую область, которая изначально возникла в рамках физиологии, а потом вошла в психологию и до сих пор существует в ее составе, как психофизика, разработанная Вебером, Фехнером и рядом других исследователей. Психофизика как раз на основе эксперимента устанавливала количественную зависимость ощущений от объективных физических характеристик раздражителя. Это был и эксперимент, и количественные законы, выражающие эту зависимость. Итак, послевунтовскую психологию назвали наукой. Но в начале 20 века, под мощным давлением набирающей силу философии позитивизма, во многих направлениях мы прослеживаем влияние новых критериев научности, позитивистских критериев. А эти критерии теперь выступают в виде двух основных тезисов. Во-первых, для того, чтобы считаться наукой, требуется обязательная объективность метода, строгая объективность метода. Мы частично об этом успели сегодня поговорить. А во-вторых, обязательно непосредственная наблюдаемость предмета. Что эти два требования означают? Объективность метода предполагает, что исследователь должен всегда находиться во внешней позиции по отношению к предмету изучения, исследовать его извне,
А непосредственная наблюдаемость предмета значит, что мы не можем достраивать представление о предмете по косвенным его проявлениям. Мы можем этот предмет и должны видеть непосредственно. Мы можем его увидеть, пощупать, измерить, сфотографировать. Главное, чтобы он был непосредственно представлен. И тем самым психика объявлялась недоступной научному исследованию, а психология вновь отказывалась в праве называться наукой. Так и возник бихевиоризм, психология без психики, направление, которое отвергло психологию как науку и возможность объективного изучения психики. Поэтому говорить о научности психологии однозначно, безусловно, нельзя. Особенно если учесть, что в психологии наших дней нет не только теоретического единства, мы говорили о разных определениях предмета психологии, о разных теориях психологии, но нет единства и методологического, нет единой системы способов изучения психики. Поэтому в современной психологии мы можем выделить, например, так называемую естественно-научную парадигму. Это та методологическая модель изучения психики, которая опирается на принципы, общие с естествознанием, с классическим естествознанием. И в то же время выделяется модель гуманитарная, которая опирается на совершенно другие познавательные приемы и принципы. И иногда дело доходит даже до конфликтов между разными психологами, например, на защите диплома или диссертации. У автора начинают спрашивать, сколько у вас было испытуемых? Да вы знаете, я построил вообще всю работу на анализе истории жизни одного человека. А как же вы сможете применить статистику? А мне статистика не нужна, отвечает автор. Как это без статистики, и чтобы это считалось исследованием, можете отправляться обратно. Вот наберите 100 человек, проанализируйте историю жизни. Посчитайте все статистические критерии, тогда приходите. Иногда бывают такие печальные ситуации. Это касается тех естественно-научно ориентированных психологов, которые считают, что кроме естественно-научной парадигмы ничего больше существовать не может. Все остальное, думают они, не наука. А между тем просто речь идет о множественности критериев научности и о том, что в психологии эти критерии многообразны. Отсюда, возвращаясь к исходной теме, мы с вами должны признать, что не можем сказать развитие психологии донаучное и научное. Все очень относительно, все относительно критериев научности. Тогда возникает вопрос, а какой же водораздел прокладывает Вундт на историческом пути развития психологии? Что же было до и после? Что было до Вундта и что стало после Вундта? Оказывается, роль Вундта в развитии психологии относится не столько к радикальным преобразованиям в предмете психологического познания и даже в методах исследования, потому что первые экспериментальные методы Вундт не изобрел сам, а заимствовал их в близких психологии областях физиологии, потом уже создавались свои методы, а совершенно в другом процессе. В том, что Вундт реально смог привести психологию к выделению ее в самостоятельную науку. Вот к чему Вундт привел психологию. И это колоссальный его вклад. Если мы проанализируем с вами основные идеи основателя самостоятельной психологии, то мы увидим, что большинство его идей заимствованы им у его предшественников. Хотя он называл психологию новым термином, наукой о непосредственном опыте, но при этом предмет психологии оставался прежним. Это было сознание, трактуемое интроспективно. И если говорить о результатах разработки экспериментальной программы, то есть о тех общих законах душевной жизни, к построению которых стремился Вундт, то легко заметить, что эти законы не соответствовали, статус этих законов, содержание их совершенно не оправдывало его замысла. А та реальная и великая роль Вундта, которую он сыграл в психологии, заключается как раз в том, что он способствовал ее выделению в самостоятельную науку. Дело в том, что Вундтовская лаборатория отнюдь не ограничивались чисто исследовательскими задачами. Вундтовская лаборатория стала первой международной научной школой, которая подготовила действительно первую же плеяду психологов-профессионалов нового типа. В Лейпциг к Вундту, узнав о новом
принципиально новом для психологии методе исследования, съезжались психологи из разных стран мира. Стажируясь у Вундта, они осваивали этот новый метод эксперимента и, возвращаясь к себе на родину или в другие страны, тотчас же создавали лаборатории по образу и подобию вундтовской. В эти лаборатории, в свою очередь, устремлялись уже их ученики и разносили дальше, вширь, этот новый, принципиально новый способ психологического исследования. В вундтовскую школу прошло около 170 психологов, что по тем временам было достаточно много. Но если учесть, что почти у каждого из них появлялась своя научная школа и свои ученики, то можно понять, почему буквально за одно-полтора десятилетия, а что такое для 19 века десятилетие? В наше бурное время в десятилетии может уместиться целая эпоха, а при медлительном течении исторического времени в 19 веке это очень короткий период. Время, оказывается, меняет свою скорость, историческое время. Так вот, буквально за одно-полтора десятилетия психология во всем мире изменила свой облик. Она стала экспериментальной наукой. И тем самым мы можем увидеть первый момент вклада Вундта. Вундт подготовил основу для будущего сообщества психологов. Он обучил их принципиально новому способу психологического исследования. Но этим, оказывается, его роль в психологии не ограничивается. Мало того, что он обучил, подготовил новые психологические кадры, он внес еще немалый вклад дополнительно в формирование сообщества психологов. Мы ведь говорили, что наука представляет собой не только систему знаний, но и определенное сообщество ученых, определенную социальную систему. А всякая социальная система немыслима без коммуникации, без коммуникации между элементами своими, да, без общения, иначе говоря, если говорить более просто. И вот Вундт делает все для того, чтобы между этими психологами нового типа, между этими учеными возникли сети коммуникации. Что для этого требуется? Во-первых, для этого требуется, конечно же, периодическое научное издание. И как только создается лаборатория, Вундт организует выпуск периодического научного журнала по психологии. И теперь с помощью этого журнала психологи из разных стран могут обмениваться опытом, узнавать о результатах исследований друг друга, вступать друг с другом в дискуссии, в продуктивные диалоги, в результате которых рождается новое знание. Но журнал – это хорошее, конечно, средство коммуникации, хотя оно и опосредствованное, хотя эта коммуникация опосредствована. Общение тем более полноценно, чем более оно непосредственно. И поэтому Вундт прикладывают все усилия к тому, чтобы организовать форму непосредственной коммуникации между учеными. Он становится одним из наиболее активных инициаторов организации регулярных международных психологических конгрессов. И уже начиная с 1885 года, всего через 6 лет после открытия первой в мире экспериментальной психологической лаборатории, начинается проведение регулярных психологических конгрессов, где каждый может общаться с каждым, устанавливать непосредственные контакты, обмениваться опытом, вступать после знакомства уже в личную переписку, приезжать в лабораторию и проводить совместные исследования друг у друга в лабораториях. Иначе говоря, Вундт создает все условия для того, чтобы сформировалось отдельное самостоятельное сообщество психологов. А результат очень простой. Мы уже говорили с вами в начале о том, что если до Вундта на вопрос о своей профессиональной принадлежности каждый, занимавшийся психологией, мог бы ответить: «я философ, я врач, я физиолог, я педагог» и так далее, то теперь, когда появилось сообщество психологов, появилась возможность профессиональной идентификации именно с профессией психолога. И теперь уже не философы, врачи или физиологи, интересующиеся психологией, занимаются ею. А теперь ею занимаются профессиональные психологи, объединенные в свое сообщество. Аналогичным образом мы можем с вами выделить сообщество физиков, химиков, биологов, социологов и так далее. И сообщество психологов в том числе. И таким образом легко заметить, в чем состоит реальная роль Вундта. В том, что он породил психологию в качестве самостоятельного научного сообщества, в качестве самостоятельной социальной системы, в качестве самостоятельного социального института. Тем самым
если более точно эту роль определять, то можно сказать, что Вундт, по сути дела, основал психологию в качестве самостоятельной науки. Значит, эти два периода до и после мы можем обозначить как период до выделения психологии в самостоятельную науку и период ее существования в качестве самостоятельной науки, а вовсе не донаучную и научную психологию. До выделения в самостоятельную науку и в качестве самостоятельной науки. И эти два периода, до выделения в самостоятельную науку и в качестве таковой, конечно же, очень неравнозначны по времени, просто несопоставимы и несоизмеримы. Около 2500 до и более, чуть-чуть более 120 лет после. Но несмотря на несоизмеримость по времени, оба периода соизмеримы по насыщенности событиями. Поэтому в изложении курса оба эти периода занимают примерно одно и то же время. Таково первое основание для периодизации психологии. Ее статус в качестве части других сфер познавательной деятельности, прежде всего философии, и в качестве самостоятельной науки. Теперь мы обратимся к другой периодизации, которая строится, наверное, на самом значимом и самом, если можно так сказать, глубоко лежащем внутри содержания познания основании, на таком основании, как предмет психологии. Действительно, мы уже начали разговор об этом предмете, и для того, чтобы лучше понять, почему он сейчас расколот именно на те фрагменты, которые нам известны, очень важно понять происхождение современной психологии. Подобно я могу привести такую аналогию. Когда клиент приходит к психологу-консультанту и жалуется на какие-то проблемы сегодняшнего дня, то психолог начинает его почему-то расспрашивать не о том, что происходит сегодня, а начинает задавать вопросы, касающиеся вообще истории его жизни. И через историю его жизни он начинает значительно глубже понимать основания и причины его современных актуальных проблем. То же самое мы можем сказать и в отношении науки. Для того, чтобы глубже понять ее современный статус, ее современное состояние и ее современные проблемы, а также тенденции развития, нам точно так же нужно обратиться к истории развития ее предмета. Ибо логика развития этого предмета как раз и выявит, покажет нам те тенденции, которые проходят через психологию 20 века, приходят в начало 21 века и ведут нас с вами дальше. Мы говорили о том, что психология до конца 19 века развивалась не самостоятельно, а в недрах других областей знания. Каких именно? Ну, в книгах, как правило, вы увидите, что прежде всего в недрах философии и естествознания. Мне бы хотелось внести некоторую точность. Да, конечно, и в философии, и в естествознании, и в некоторых гуманитарных науках, и в педагогике психологические знания развивались, но в различные пропорции. Основная часть психологических знаний, основной их состав все же развивался в философии. Поэтому роль философии, там, естественных наук или педагогики по отношению к развитию психологических знаний крайне неоднозначна, неравнозначна. Большая часть психологических знаний развивалась именно в недрах философских учений. И прежде всего, практически полностью в недрах философии развивался предмет психологии. То, что является самым главным компонентом любой науки – предмет. Вот он-то как раз развивался практически полностью в составе философских систем. И легко заметить, что психологические высказывания совсем не представляют собой случайную россыпь психологических идей внутри каждой из философских концепций. Оказывается, эти психологические знания представляют собой конкретизацию общего смысла того или иного философского учения, в котором эти знания развивались. Вот мы с вами сейчас очень кратко попытаемся выявить основные этапы развития предмета психологии. А развивался он вначале, конечно же, в составе философских учений. А начало этого развития, как мы заметили, относится к эпохе античности. Психологические знания начинают разрабатываться в философских концепциях античности. Что же касается самой философии, то в ней тоже выделяются определенные направления.
Правда, по традиции, которая господствовала многие десятилетия в советской марксистско-ленинской философии, все богатство философского знания сводили к двум полюсам, к двум основным направлениям. Это материализм и идеализм. Надо сказать, что, конечно, это очень упрощенный подход к пониманию философии. Ведь что такое материализм или идеализм? Это попытка объяснения единства мира его происхождением из одного источника. Но ведь кроме материи и кроме идеального мира, идеальных сущностей, могут быть и какие-то иные основания, на которых зиждется мир. Ну, в мировой философии, в западной философии мы можем найти представление и о других основаниях мира. Что же касается традиционной советской философии, следы которой ощутимы до сих пор, то здесь все богатство философского знания сводится либо к материи, либо к идеальным сущностям. Но уже даже опыт обращения к философии античности показывает, что уже в античной философии находятся концепции, которые невозможно вписать в это прокрустово ложе, располагающееся между полюсами материализма и идеализма. Мы сейчас с вами в этом убедимся. А между тем, советские философы писали о том, что единственным двигателем прогресса познания была непримиримая борьба между материализмом и идеализмом, о том, что эта борьба выражала партийность философии, я думаю, многие помнят такое определение, и что всегда материализм и идеализм выражал классовые интересы. Материализм всегда интересы хороших, прогрессивного класса, а идеализм всегда это нечто плохое, ибо он выражал интересы реакционных классов. Вот мы с вами не будем опираться, конечно, на такую очень примитивную модель философии. И в то же время, когда будем иметь дело с реальным идеализмом и с реальным материализмом, будем называть вещи своими именами. Но когда философская система не будет вписываться ни туда, ни туда, мы будем также это честно отмечать и говорить о ее реальном онтологическом основании. Мы в античной философии можем увидеть, что предмет психологии зарождается в виде категории душа. То есть первым этапом развития предмета психологии, кстати, самым долгим по времени, был тот этап, когда предметом психологии оказывалась именно душа. Но несмотря на общее название предмета в разных системах и в разных направлениях, само содержание этого предмета трактовалось очень и очень по-разному. И всегда, конечно, во всех случаях конкретная трактовка души определялась общими философскими идеями, в рамках которых эта трактовка возникала. Вот давайте приведем несколько наиболее важных концепций души. Первая из них складывалась в таком философском направлении, которое получило название атомистический материализм. Атомистический материализм, конечно, происходит от слова «атом», что в переводе с греческого означает «неделимый». Основатель этого направления, древнегреческий философ Демокрит, считал, что в основании всего мира лежит материя, состоящая из простейших, далее неделимых элементов, иначе говоря, атомов. Эти материальные атомы движутся по определенным законам, и из их движения возникают все известные и неизвестные нам явления действительности. Всякое явление этого мира есть не что иное, как явление, образованное атомами в результате их определенного движения. Но если всякое явление мира есть результат движения атомов, то что же такое тогда душа? Значит, и душа должна состоять из материальных атомов. Так оно в действительности и есть. Душа, подобно всем остальным явлениям действительности, тоже состоит из атомов, только из атомов с особыми свойствами. Это наиболее мелкие, легкие и, что самое главное, подвижные атомы. Располагаясь между атомами тела, эти легкие и, главное, подвижные атомы в силу своей подвижности толкают тяжелые атомы тела, приводят их в движение, и вот тело оживает, движется и что-то даже рассказывает о Демокрите. Все только потому, что легкие атомы души и быстрые приводят в движение тяжелые атомы тела, и тем самым душа является причиной нашего поведения, причиной наших действий, поступков и так далее. Вот очень краткий пример –
строго материалистического объяснения души. Вот что такое настоящий материализм в объяснении психической жизни. Альтернативный подход к трактовке души сложился в альтернативном же направлении философии. То есть в идеалистической философии античности, вершину которой, конечно же, несомненно, представляет собой система философских взглядов Платона. Платон считал, что в основании всего бытия лежит особый мир идей. Бесплотных, то есть не имеющих плоти, непротяженных, незримых. Их нельзя ощутить. И тем не менее эти идеи лежат в основании всего бытия и определяют собой каждое явление действительности. А что же тогда такое материя, которая являлась основанием мира у Демокрита? Сама по себе, по Платону, материя есть ничто. Сама по себе материя, как таковая, не существует. Но если от мира идей отделится какая-то отдельная идея и вселится в эту материю, которая сама по себе ничтожна, то в результате вселения идеи в материю, из материи образуется реальный предмет. Если идея стола вселится в материю, то появится стол. Если идея вазы, то появится ваза и так далее. В основании всего лежат эти идеи. Они определяют все. Что же тогда такое душа с точки зрения подобной философии? Раз в основании всего лежит мир идей, то душа должна определяться этими идеями. И действительно, изначальная форма существования души, которую Платон называет мировой душой, представляет собой не что иное, как часть мира идей. Значит, душа существует изначально в форме мировой души. Это главная форма ее существования. И мировая душа просто оказывается частью мира идей. Составной частью мира идей. И отсюда уже с самого начала мы можем заметить, что душа будет обладать определяющими свойствами по отношению к телу, поскольку она относится к определяющим мир сущностям, к миру идей. И подобно тому, как от мира идей вообще может отделиться какая-то отдельная идея и вселиться в материю, точно так же от мировой души может отделиться частица и вселиться в тело. Вселяясь в тело, душа обретает вторую форму своего существования. Она становится теперь уже душой индивидуальной. Она становится душой индивидуальной, а тело становится живым, чувствующим, действующим, мыслящим, переживающим и так далее, и так далее, и так далее. Здесь душа определяет все тело на том основании, что тело материально, а душа идеальна по своей природе. И тем самым она относится к определяющим мир сущностям. Вот поэтому она и определяет тело. Со смертью душа покидает тело и вновь возвращается в царство мировой души, после чего вновь может отделиться от него и вселиться в какие-то другие тела. Вот такое представление о душе мы встречаем с вами у Платона. Но у Платона был ученик, который изрек известную знаменитую фразу «Платон мне друг, но истина дороже». Этим учеником, как известно, был Аристотель, который выдвинул свою трактовку души, и эта трактовка души исходила уже из той философии, которую разрабатывал Аристотель. Хотя, говоря об Аристотеле, надо заметить, что его вклад в развитие психологии занимает особое место. Если у других мыслителей античности мы находим довольно много важных, интересных психологических идей внутри их философии, то Аристотель специально строит целостную систему психологии как науки. Другие авторы не ставили себе целью разработать полную систему психологии как науки. Но такую цель поставил перед собой Аристотель и достиг этой цели. Он написал специально психологический трактат, очень большой, который называется «О душе», и выстроил в этом трактате в целом полную систему психологических знаний. Но при этом надо заметить, что это была не просто первая, хронологически первая система психологии. Она оказалась еще удивительно жизнеспособной. Если мы откроем сегодня любой приличный учебник по психологии, по общей психологии, и посмотрим на его оглавление,
а оглавление, как известно, выражает структуру знаний, изложенных в книге, то легко заметить, что это оглавление будет в целом воспроизводить ту структуру психологии, которая некогда в античности еще была создана Аристотелем. Поэтому мы можем сказать, что современная психология, несмотря на огромный период своего развития, начиная от Аристотеля, она по-прежнему в основном, не полностью, но в основном опирается на аристотелевскую систему психологии. Так что роль Аристотеля здесь особая. Он автор первой системы психологии, как науки, первой системы психологических знаний. Из чего же вытекает определение души Аристотеля? Оно вытекает из того общего философского утверждения о том, что в основе мира лежит уже не материя сама по себе, как это было у Демокрита, не идеи сами по себе, как это было у Платона, а лежит единство двух основных моментов. Это единство материи и формы. Но материя и форма – это слова, которые в разные эпохи и в разных концепциях имели разное значение. Материю и форму Аристотель понимает вовсе не так, как они представляются нам, вот, ну, хотя бы сквозь призму современной философии. Что такое материя и что такое форма? Значит, материя и форма – это два момента, лежащие в основании мира в целом и присущие каждому из явлений действительности. У каждого явления есть свои материя и форма. Что же такое материя и что такое форма? Материя, оказывается, это содержание того или иного явления. Это его состав. Это то, из чего оно состоит. Из чего оно образуется. Что же касается формы, то это тоже совсем не геометрическая категория, типа объемный, плоский, круглый и так далее. Форма – это то, к чему стремится данное явление. Это его предназначение. Это его направленность на цель. Значит, материя – это содержание данного явления, а форма – это предназначение данного явления, его направленность на цель. Ну, например, если взять дом, то материей дома будут кирпичи или бревна, или там балки, или какие-нибудь другие стройматериалы, а форма – быть жилищем. Ну, допустим, более конкретные формы – быть зданием университета или быть жилым домом и так далее. Причем самое замечательное, что единство материи и формы задается тем, что они могут переходить друг в друга. Материя и форма совершают взаимопереходы. Чтобы проиллюстрировать это, давайте возьмем обычный кирпич и зададимся вопросом. Кирпич – это материя или форма? Вопрос явно с подвохом, он не полный. Надо дополнить, смотря по отношению к чему. Кирпич будет формой по отношению к глине, потому что из глины можно сделать кирпич. Это одно из предназначений глины. И тот же кирпич, который является формой для глины, будет материей по отношению к дому, ибо дом состоит из кирпичей. И поскольку материя и форма преобразуются друг в друга, то на этих взаимопереходах и основывается связь всех явлений между собой, а тем самым и единство мира. Вот это очень кратко та философская идея, из которой уже выводится и конкретизируется представление о душе. Как же Аристотель определяет, что такое душа? Душа по Аристотелю относится, конечно, к категории форм. Но формой всего ли будет душа? Или душа – это форма особой материи? Допустим, формой всякого тела оказывается душа. Или не всякого? Нет, не всякого. Душа определяется Аристотелем очень кратко и просто. Душа – это форма живого тела. Или, что то же самое, форма тела, одаренного жизнью. То есть здесь критерием психики выступает, оказывается, жизнь. Всякое живое тело обладает душой. Ну а поскольку форма, как мы уже только что заметили, это всегда направленность на определенную цель, это всегда устремленность к определенной цели, то можно заметить здесь, что душа, содержащая в себе все поступки, все цели поступков тела, также будет это тело определять. Она содержит в себе все цели поступков тела, и тело, стремящееся к этим целям, тем самым определяется душой.
Здесь мы с вами можем заметить особый вид даже детерминизма, то есть учения о причинно-следственной связи между явлениями. Чаще всего мы привыкли объяснять какое-то явление, отвечая на вопрос «почему?» и обращаясь к причине, предшествующей во времени этому явлению. Что же касается Аристотеля, то он объяснял то, что происходит с телом, душой, то есть тем, к чему стремиться, а не что предшествовало данному явлению. Я имею в виду очень простую вещь. Пытаясь объяснить какое-то явление, можно задать два вопроса. Почему и для чего? Почему это произошло? И для чего это произошло? И это очень разные вопросы, потому что за ними стоят два типа причинно-следственных связей. Вот начиная с Аристотеля, получает развитие такой способ объяснения, который опирается не на причину, предшествующую во времени, а на цель, к которой данное явление стремится. Это целевой детерминизм. Итак, у Аристотеля душа – это форма живого тела. Давайте обратим внимание на то, что все эти определения души при общем названии предмета психологии очень различаются между собой. Тогда возникает вопрос, а в чем общность всех этих определений? В чем специфика души как первого предмета психологии? При том, что его содержание очень разное в разных концепциях. Почему мы говорим об особом периоде, когда психология была наукой о душе? Оказывается, общим является чрезвычайно широкое содержание этого предмета. Широчайшее, действительно, по своему масштабу содержание. Посмотрите, душа – это и все мелкие, быстрые, подвижные атомы. Душа – это и огромная часть идеального мира, лежащего в основе бытия. Душа – это форма любого живого тела, огромное содержание психической жизни. Что же происходит дальше с предметом психологии? Для того, чтобы это заметить, надо обратиться к небольшому по времени, но очень важному для понимания эволюции психологии, периоду поздней античности. Это первые века нашей эры. Прежде всего, конкретно, это 3-4 века. В это время происходит резкое сужение содержания предмета психологии. Мы можем увидеть, что в течение короткого времени понятие «душа», которое отличалось как раз колоссальным масштабом своего содержания, резко сужается. Это происходит под влиянием двух факторов, уже хорошо, кстати говоря, известных нам. С одной стороны, под влиянием логики развития науки в виде дальнейшего развития некоторых основных положений Платона, философии неоплатонизма, и, во-вторых, под влиянием быстро распространяющейся христианской религии. Под влиянием этих двух факторов содержание психической жизни настолько ограничивается, что в конечном счете сводится к процессам самопознания и самонаблюдения. Вся психическая жизнь поздней античности теперь начинает сводиться к процессам обращенности души внутрь себя. По Платону обращенность души внутрь себя служила источником познания идей, а представители неоплатонизма, развивая как раз эту мысль Платона, подчеркивали, что обращенность души внутрь себя – это основная ее функция. А под влиянием идей христианства обращенность души внутрь себя считалась способом постижения Бога, который есть в каждом из нас. И эти две идеи, с одной стороны, идеи, идущие от философии Платона, а с другой стороны, христианская идея, оказались в синергизме. Они усиливали друг друга, и это вело к интенсивному и быстрому сужению трактовки психической жизни до представления о том, что эта жизнь является процессами самопознания и самонаблюдения, обращенности души внутрь себя, то есть процессами интроспекции. Вот оказывается, где складывается такая узкая уже трактовка психической жизни и ее сведение к процессам интроспекции еще в поздней античности, в 3-4 веках нашей эры. И можно заметить, что при таком колоссальном сужении своего содержания предмет меняется настолько, что, наверное, требуется уже новое понятие для его обозначения.
Уже прежнее понятие «душа» не вполне пригодно для обозначения столь сильно изменившегося содержания. И в то же время должно пройти еще около 13 веков, чтобы появилось новое понятие, выражающее, соответственно, новый предмет психологии, то есть сознание. Почему же с 4 примерно века и по 17 век предметом психологии по-прежнему остается душа? Оказывается, потому, что между поздней античностью и новым временем простирается огромная эпоха Средневековья. А средневековая философия, в рамках которой как раз и развиваются психологические знания, пытается решить проблему гармонии веры и разума. Для того, чтобы религия, принимаемая на веру, принималась полноценно, она не должна опровергаться разумом. Значит, религиозные принципы надо обосновывать рационально, с помощью разума и в опоре на некоторые основания. А какие основания достались в наследство средневековым философам? Им достались очень хорошие основания. Им достался продукт огромного взлета культуры в античной философии. Поэтому средневековые философии разбились на, средневековые философы разбились на множество школ, каждая из которых по-своему интерпретировала классические тексты античности, Платона, Аристотеля, неоплатоников, с целью разумного обоснования религиозных принципов. Из-за того, что философия разбилась на множество школ, ее стали называть школьной философией. А поскольку школа по-латыни значит «схола», то эту философию стали называть схоластикой. Совершенно верно. Так вот, схоластика и схоласты интерпретировали для обоснования религии классические тексты античности. А что было предметом психологических знаний в этих текстах? Конечно же, в этих текстах предметом психологических знаний была душа у Аристотеля, у Платона и даже у неоплатоников. Поэтому на протяжении всего Средневековья старый предмет психологии как бы консервировался. Он оставался в неизменном виде, несмотря на то, что еще до Средневековья сложились все предпосылки смены предмета психологии. И поэтому смена предмета психологии произошла в тех первых концепциях философии нового времени, то есть 17 века, которым удалось отмежеваться от схоластики, которым удалось покончить со схоластикой и начать строить философию на иных основаниях. Итак, впервые предмет психологии преобразуется, изменяется, и появляется второе понимание предмета психологии как науки о сознании именно в тех философских концепциях нового времени, которые смогли освободиться от влияния схоластики. А что это за философские концепции? Оказывается, философия 17 века резко поляризуется на два основных направления. И это вовсе не материализм и идеализм, а это те два направления, которые разрабатывали методологию познания двум разным типам наук. С одной стороны, в 17 веке из философии выделялись науки эмпирические. Они основывали познание на опытных фактах, то есть на эмпирии. С другой стороны, выделялись науки рационального типа, например, математика, геометрия, скажем. Эти науки из нескольких принимаемых за основу исходных постулатов выводили весь корпус конкретно научного знания. Соответственно, и философия теперь должна была разрабатывать теорию познания этим двум разным типам наук, и в силу этого она разделялась на эмпиризм и рационализм. Эмпиризм – это философия, которая производила все содержание наших знаний из опыта. Все содержание наших знаний выводилось из опыта. Ну, казалось бы, действительно, как без опыта мы что-нибудь можем знать о мире? Конечно, исходным, изначальным в любом познании оказывается опыт. Но опыт всегда случайен, возражали эмпирикам рационалисты. Из опыта мы не сможем достоверно вывести даже столь простую истину, как 2 + 2 = 4. Возьмите, например, двоих волков и двоих баранов, посадите их в одну клетку, и в результате вы получите тех же двоих волков и кучу костей.
Значит, даже столь простые истины из опыта невыводимы. А откуда они выводимы? Из разума. То есть рационализм представлял собой теорию познания, выводящую все содержание наших знаний из разума. Это наш разум устроен так, что 2 + 2 = 4, и только невежда, введенный в заблуждение обыденными представлениями и опытом, может в этом усомниться. И вот разделяются два направления. Причем эти направления можно назвать даже такой известной формулой. История с географией. Эти направления действительно получают свою даже географическую локализацию или географическую привязку. Если эмпиризм развивался преимущественно в Англии, то рационализм преимущественно в странах континентальной Европы. Во Франции, Нидерландах, Германии и других континентально-европейских странах. Отсюда и ключевые имена представителей этих двух направлений, которые оба участвовали в разработке психологии как науки о сознании. Кто же были представителями этих направлений? Если говорить об эмпиризме, то его основателем выступил английский философ Фрэнсис Бэкон. Фрэнсис Бэкон. Эмпиризм. Это Фрэнсис Бэкон. Это Томас Гоббс. И это Джон Локк. Если теперь говорить о рационализме, то его основателем был, конечно, французский философ, математик и психолог Рене Декарт. Это был нидерландский философ Бенедикт Спиноза. И это был немецкий математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц. Итак, Декарт, Спиноза и Лейбниц. Мы называем с вами фигуры наиболее крупных, конечно, представителей этих направлений. Так вот, несмотря на множество различий и на оппозиционные отношения между эмпиризмом и рационализмом, с самого начала введения в психологию сознание в качестве предмета изучения, сознание получило в обоих направлениях одинаковую трактовку. Как же оно определялось? Давайте обратимся к Декарту. Если привести то определение сознания, которое давал Декарт, то сам текст определения звучит несколько тяжеловесно и витиевато. Потому что под сознанием Декарт понимал, цитирую, «все то, что происходит в нас таким образом, что мы воспринимаем это непосредственно сами собой». А что касается эмпиризма, то его основатель Джон Локк говорил примерно то же самое, но чуть более простыми словами. Сознание, говорил он, это восприятие того, что происходит у человека в его собственном уме. Это восприятие того, что происходит у человека в его собственном уме. Но легко заметить, что в обоих случаях эти определения довольно тяжеловесны и, по крайней мере, с первого взгляда недостаточно понятны. Что реально имелось в виду и Декартом, и Локком? Имелось в виду одна и та же суть, выражающая как раз основание сознания. Посмотрите, все то, что происходит в нас, что мы непосредственно воспринимаем. Или восприятие того, что происходит внутри у нас, в нашем собственном уме. Если переформулировать это более простым языком, то можно сказать, что сознание и в рационализме, и в эмпиризме определяется одинаково. Оно определяется как то, что открывается каждому из нас в процессе самонаблюдения. Вот что такое сознание. Сознание – это не отражение, допустим, или не образ внешнего мира. Это не то, что составляет основу наших действий в этом мире, а это только лишь то, что открывается каждому внутри себя, что открывается каждому в процессе самонаблюдения. Поэтому можно констатировать или сделать вывод, что с самого начала
с момента появления сознания в качестве теперь уже второго предмета психологии, с самого начала сознание получает интроспективную трактовку. Оно определяется через процесс интроспекции. Сознание – это то, что дано каждому в интроспекции, в самонаблюдении. Это очень важный момент. Но, во-первых, давайте мы теперь сопоставим два этапа развития предмета психологии, первый и второй. На первый взгляд может показаться, что до 17 века у психологии был один предмет, а начиная с 17 века совершенно другой предмет. Можно ли все-таки перебросить мост между первым предметом и вторым? Можно ли все-таки увидеть определенную логику развития и преобразования предмета от первой его формы ко второй? Конечно, можем. Мы не зря с вами заметили период поздней античности. Ведь дело в том, что именно в период поздней античности содержание понятия душа настолько резко сузилось, что, по сути дела, вся психическая жизнь стала исчерпываться процессами самонаблюдения, то есть интроспекции. Вот это-то узкое понимание души в поздней античности и послужило предпосылкой переходу психологии уже к новому предмету изучения, то есть к сознанию. По сути дела, термином «сознание» стали обозначать те душевные процессы, которые уже в поздней античности стали пониматься интроспективно. Так что переход от первого предмета психологии ко второму вполне закономерен. Между первым и вторым предметом психологии нету разрыва. Тем самым мы можем перебросить мост от души к сознанию. Понятие сознания, по сути дела, оказалось новым понятием, которое выражало новую же трактовку души в поздней античности. А теперь давайте обратим внимание на следующий момент. Декартом и Локком закладываются основы классической психологии сознания. Предмет психологии, именуемый сознанием, понимается интроспективно. И отсюда, в своем развитии, эта картезианско-локковская концепция сознания, а почему она называется картезианско-локковская? Потому что все тексты тогда писали и научные, и философские по латыни, и француз Рене Декарт превращался по латыни в Ренатуса Картезиус. Ренат просто-напросто. Ренатус Картезиус, отсюда картезианский. Поскольку сознание понималось в целом одинаково и у Декарта, и у Локка, то эту исходную концепцию сознания классической психологии называют картезианско-локковской концепцией. Так вот, опираясь на интроспективное понимание сознания, картезианско-локковская концепция сознания стала приобретать определенный облик. Она стала приобретать определенные черты, которые мы сейчас с вами назовем, и сгруппируем их, на самом деле, в две триады. Мы, иначе говоря, с вами выделим две группы по три основных черты. А для чего нам это нужно? Оказывается, эти шесть черт, две группы по три черты, прошли через все развитие классической психологии сознания, включая уже период вунтовский, включая выделение психологии в самостоятельную науку, и к началу 20 века оказались абсолютно исчерпанными в своем развитии. Поэтому каждое из направлений психологии 20 века, каждое из направлений, возникшее в начале 20 века, пыталось преодолеть ту или иную из этих черт как препятствие на пути развития психологии. Тем самым мы с вами постараемся перебросить уже мост от сознания, как второго этапа развития предмета психологии, к множественному пониманию предмета в 20 веке. Но для этого нам надо сейчас выделить основные черты классической психологии сознания картезианско-локковского типа. Итак, мы их разделяем на две группы по три черты. Почему? Потому что первая триада черт представляет собой просто логическое следствие из интроспективной трактовки сознания, из определения сознания через процесс интроспекции. А вторая триада или вторая группа черт представляет собой результат ориентации психологии на механику, как на наиболее продвинутую по тем временам науку. Иначе говоря, вторая группа черт представляет собой результат развитие принципа механицизма в психологии, ее ориентации на классическую механику. Итак, обратимся к первой группе черт. Они вытекают из интроспективного определения сознания. Что же отсюда вытекает? Первое.
Первая черта – это отрыв сознания от прочих явлений действительности. Почему так происходит? Но легко заметить, что если сознание определяется как то, что дано субъекту в его внутреннем зрении, а интроспекция дословно – это смотрение внутрь, глядение внутрь, то из этого определения исчезают все прочие явления внешнего мира, с которыми бы могло быть связано сознание. Определение, такое определение сознания, не учитывает никаких прочих явлений, кроме обладателя сознания, наблюдающего его процессы в самонаблюдении, в интроспекции. Какую роль эта черта сыграет в дальнейшем? Она сыграет следующую роль. Поскольку по определению сознание не связано ни с какими внешними явлениями, то все законы сознания будут представлять собой описание лишь того, что происходит в его границах, что происходит внутри. Эти законы будут выявлять элементы сознания, устанавливать характер их отношений между собой, но ни один из законов классической психологии не сможет связать сознание ни с одним из внешних явлений. А это, в свою очередь, приведет к следующей ситуации. В начале 20 века в результате скачкообразных процессов развития общества и расширения, очень быстрого расширения многообразных сфер социальной практики, запросы практики будут предъявлены разным наукам. Действительно, практика не может успешно развиваться без опоры на данные наук. И, конечно же, в начале 20 века лавинообразно эти запросы практики будут предъявлены психологии. А что сможет ответить на эти запросы психология, предмет которой оторван от внешнего мира, оторван от предметов тех проблем как раз, которые сформировались в практике. Ведь сознание при таком подходе невозможно соотнести ни с одним из явлений практической жизни. И поэтому классическая психология сознания окажется полностью неспособной решить практические проблемы. Она окажется перед практикой в совершенно беспомощном состоянии. И поэтому практика окажется фактически одним из могильщиков классической психологии сознания, которая будет погибать прямо на глазах. Прямо на глазах она будет рассыпаться, как карточный домик, и уже в начале 20 века очень быстро утратит свою привлекательность для всех психологов. Вот это первая черта. Вторая черта. Она также вытекает из интроспективного определения сознания. И мы даже говорили о ней. Из интроспективной трактовки сознания вытекает то, что метод интроспекции становится в классической психологии главным, господствующим и абсолютно необходимым. В классической психологии метод интроспекции становится действительно главным, господствующим и необходимым. Почему это так? Это обстоятельство точно так же вытекает из трактовки сознания. Ведь по определению, где существует сознание? Оно существует только в процессе интроспекции. Поэтому без интроспекции оно непостигаемо. Без интроспекции просто его нет. Отсюда ясно, что интроспекция есть необходимое условие и способ изучения сознания. И поэтому Вундт демонстрирует нам один из парадоксов своего творчества. Он вводит в психологию метод эксперимента, но этот метод не может занять у него главенствующих позиций. Реально в работе его лабораторий главным и основным методом остается интроспекция, а эксперимент стоит на втором плане. Эксперимент является прекрасным дополнением интроспекции. С его помощью можно контролировать ход интроспективного процесса, и, наконец, с помощью эксперимента можно многообразно варьировать условия проведения интроспекции. Но главным методом эксперимент стать не может. Допустим, если мы поменяли местами интроспекцию и эксперимент и сделали последний главным методом, а интроспекцию второстепенным, то достаточно на мгновение забыть об интроспекции, чтобы тут же исчез предмет изучения. Предмет изучения по определению данным только в интроспекции. Вот это вторая очень важная черта, которая обусловливает так называемый парадокс Вундта, основатель экспериментальной психологии, который привнес в нее метод эксперимента, не смог сделать этот метод основополагающим. Третья черта, которая также вытекает из интроспективного определения сознания. Поскольку
Все психические процессы мы можем видеть, наблюдать только в интроспекции, то вся психика тем самым сводится к сознанию. Третья черта – это сведение всей психики к сознанию. И тем самым психология оказывается закрытой для бессознательной психики. Вся психика при этом сводится к сознанию, потому что вся психика – это как раз то, что мы можем в себе наблюдать. А бессознательное по определению невозможно. Его нельзя в себе наблюдать. И тем самым классическая психология оказывается закрытой для бессознательной психики. Впрочем, здесь надо подчеркнуть, что в том же 17 веке, когда появилось сознание как предмет психологии, и когда начала формироваться классическая психология сознания, в том же самом 17 веке возник и альтернативный этой психологии подход. Его основателем выступил немецкий философ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц. Лейбниц вступил в полемику с Локком и попытался опровергнуть некоторые очень важные догмы классической психологии сознания. В том числе он опроверг сведение всей психики к сознанию, назвав это источником величайших заблуждений и ввел в психологию категорию бессознательного. Значит, категория бессознательного и появляется только тогда, когда появляется оппозиционная ей, антиномичная ей категория сознания. И начиная от Лейбница, протягивается ниточка сквозь века, которая приводит в 20 век и приводит, конечно, к рождению психоанализа. Мы говорили, что вовсе не заслуга Фрейда введение понятия бессознательного. Это понятие существовало, и ввел его как раз Лейбниц в противовес картезианско-локковской концепции сознания. Заслуга Фрейда заключалась в раскрытии роли бессознательного, и это также несомненно. Вот три первых черты, которые, как легко заметить, выступают просто логическим следствием из определения нового предмета психологии. Три другие черты определяются ориентацией психологии, как и всех остальных наук, на наиболее продвинутую науку 17-18 веков. Таковой была механика. А раз она была наиболее продвинутой, она определяла научную картину мира. И ориентация на механику имеет очень простое название – механицизм. Механицизм – это просто ориентация на принципы механики, как наиболее продвинутой по тому времени науки. В чем проявился механицизм? В трех основных чертах. Первая из этих черт выражала собой общую методологию изучения сознания. И получила она название элементаризм. Ничего страшного в этом слове нет. Элементаризм – это общая методология, то есть общий способ анализа сознания. А слово элементаризм происходит от слова элемент. И оказывается, эта общая методология изучения сознания называется не только элементаризмом, а бытуют некоторые другие синонимичные этому слову названия. Ну, например, Выгодский называл эту методологию анализ сознания по элементам. Анализ сознания по элементам. Надо сказать, что это очень адекватное название. Единственный негативный момент его заключается в том, что это название состоит аж из четырех слов. Другое название той же методологии – это атомизм, от слова «атом», сколько предполагается выделение психических атомов. Но слово «атомизм» неудачно тем, что оно двусмысленно. Оно относится и к этой методологии, но оно также относится и к учению Демокрита, о котором мы успели несколько слов сказать. Поэтому оно также не совсем удачно. Поэтому наиболее удачным из трех вариантов является слово «элементаризм», которое в основном-то и используется историками психологии. А что такое элементаризм? Оказывается, в общем виде про него мы уже несколько слов успели сказать, а теперь определим эту методологию. Элементаризм – это принцип, предполагающий расчленение сознания на простейшие элементы и объяснение сложных психических явлений как вторичных, производных от них. Значит, это принцип, предполагающий расчленение сознания на простейшие элементы и объяснение сложных явлений психики как вторичных, то есть производных от них, производных от этих элементов. Ну и что, спросим мы,
А разве сложное не есть результат суммы, ну не знаю, не есть ли сумма простых явлений? Не производное ли оно от простых явлений? Достаточно вспомнить, как Ломоносов, популяризируя идеи Локка в России, говорил, что идеи бывают простые и сложенные. Сложные, то есть сложенные, ну, в том русском языке. Сложенные, то есть сложенные из простых. Зачем мы специально обсуждаем этот принцип? Затем, что так казалось в 17 веке, и еще в 18-м, элементаризм зародился в учении Джона Локка и успешно развивался и в 17-м, и в 18-м веке. Считалось, что действительно сложные явления психики есть результат простых элементов, из которых психика состоит. А вот в 19 веке, под влиянием успехов химии, очень быстро развивавшейся и обгонявшей механику, которая уступала теперь место химии в общей научной картине мира, выяснилось, что это далеко не так. Мы приводили пример с водой. Она является результатом сочетания двух элементов, водорода и кислорода. Помните, что оба они газы. Один горит, другой поддерживает горение. А вода вовсе не газ, а жидкость. И при этом гасит пламя. Можно ли объяснять свойства воды свойствами входящих в нее элементов? Нет, оказывается, нельзя. Так что элементаризм был поначалу очень привлекательной методологией, а в 19 веке его привлекательность оказалась утрачена. И мы с вами заметили, что в том же 19 веке сложилась парадоксальная ситуация. Психологи вскрыли несостоятельность элементаризма, критиковали его и в то же самое время продолжали им пользоваться, потому что не было никакого альтернативного принципа. Этот принцип впоследствии появится только в 20 веке, и его утвердит и доведет до полного логического завершения школа гештальт-психологии. Это принцип целостности, который в общем виде будет утверждать, что целое первично по отношению к входящим в нее частям. Целое будет определять свойства явления, а вовсе не те составные части, из которых оно состоит. Вот мы назвали первую черту – элементаризм, которая выражала генеральную методологию изучения сознания. И эта методология требовала построения определенной теории. Вспомним, что мы уже соотносили методологию с теорией и говорили, что хотя методология и теория – это разные типы знаний, но теория может влиять на методологию, а методология – определять теорию. Вот здесь методология элементаризма потребовала теоретического определения того, а каковы эти элементы сознания, во-первых, и чем они связаны между собой, во-вторых. Отсюда вторая черта из этой группы получила название сенсуализм. Сенсуализм и возник как ответ на вопрос, какова же природа первоэлементов сознания. Это был ответ на вопрос, действительно, какова же природа первоэлементов сознания. А от чего происходит слово сенсуализм? От слова sense, английского слова sense, что значит чувство и ощущение. Отсюда мы говорим с вами сенсорные процессы. Сенс, сенсорика, то есть то, что относится к ощущениям. Что же такое сенсуализм? Сенсуализм – это принцип, сводящий любые сложные явления психики к ощущениям, как к простейшим элементам. Это принцип, сводящий любые сложные явления психики к ощущениям, как к простейшим своим элементам. Оказывается, в основе всякого явления, и даже такого сложного психического явления, например, как мыслительный процесс, все равно лежат ощущения. Вся психика сводится к ощущениям. И такой подход действительно утвердился, но уже не в 17-м, а в 18 веке. Хорошо, это вторая черта из названной группы отвечает на вопрос о природе элементов сознания. И теперь для того, чтобы элементаристски объяснить происхождение сложных явлений, надо еще ответить на вопрос о том, а раз мы знаем природу элементов сознания, надо еще сказать, а чем эти элементы связаны между собой, каков характер их связей, так что в результате их связи между собой образуются сложные явления. Какой способ объединяет простые элементы в сложные явления. И в том же самом 18 веке появляется третья черта в этой группе. Она выражается в господстве ассоционизма. Ух, какие термины. Она выражается в господстве ассоционизма или
проще говоря, ассоциативной психологии. В господстве ассоционизма. Конечно, легко заметить, что слово ассоционизм происходит от ассоциации. Значит, очевидно, в психологии начинает использоваться принцип ассоциации. Но тогда возникает вопрос, а всякое ли направление или всякая ли концепция, использующая принцип ассоциации, может быть отнесена к ассоционизму? Возьмем, например, Фрейда. Фрейд изобрел метод свободных ассоциаций, с помощью которого он проникал в бессознательное. Или Юнга, который использовал для этой цели созданный им ассоциативный эксперимент. Были ли они ассоционистами? Да и близко не были, конечно же. Ничего подобного не было. А кто же был ассоционистами? Очевидно, что в этом направлении принцип ассоциации должен приобрести какую-то свою особую роль. И действительно это так. Поэтому мы можем отличить ассоционизм от всех прочих подходов, использующих принцип ассоциации, по очень простому основанию. В ассоционизме принцип ассоциации становится единственным и универсальным объяснительным принципом, из которого выводится вся система психологии. Значит, в этом направлении ассоциация становится единственным и универсальным объяснительным принципом, из которого выводится вся система психологии. Из которого выводится вся система психологии. Иначе говоря, любой психический процесс, который бы мы с вами ни взяли, будет трактоваться как результат ассоциации определенного типа. И восприятие – это результат определенной ассоциации, и память, и воображение, и понимание или мышление, и наши произвольные действия, и даже наши страсти, в том числе, представляют собой результат ассоциации определенного типа. Автором первой концепции уже зрелого, доведенного до логического завершения ассоционизма, выступил английский философ и врач Дэвид Гартли. И произошло это также в 18 веке. Это был Дэвид Гартли. Вот такие шесть основных черт появились в психологии. И она весь 18 и 19 век достаточно благополучно развивалась, имея эти самые черты. И, как мы с вами знаем, в конце 19 века был выдвинут первый проект психологии как новой самостоятельной науки. Это был проект вундтовской психологии. Но легко также заметить, что вундтовский проект новой психологии представлял ее на старых основаниях. Действительно, вундтовская программа представляла собой новую психологию, которая строится по старому типу. И поэтому можно заметить также и то, что подобный проект с самого начала вызвал протестную реакцию у целого ряда исследователей. Их уже не устраивало то, что психологию в качестве совершенно новой науки пытаются представить по старому сценарию, по старому образцу. Поэтому в противовес вундтовскому проекту, даже до открытия лаборатории, а с момента опубликования вундтовского проекта в 1874 году, были выдвинуты несколько альтернативных проектов новой психологии. Они принципиально отличались от вундтовской системы, и они основывали психологию на совершенно иных идеях, чем классическая психология сознания. Кто были авторами этих проектов? Авторами этих проектов были ученые, жившие в совершенно разных странах мира, но выдвинувшие эти проекты совершенно независимо друг от друга и занимавшиеся довольно разнообразной проблематикой. Во-первых, это был австрийско-немецкий философ Франц Брентано. Который в том же 1874 году опубликовал работу «Психология с эмпирической точки зрения», где выдвинул свой альтернативный вундтовскому проект Франц Брентано. Во-вторых, за океаном, чуть позднее Брентано, это был крупнейший американский философ и психолог Уильям Джемс,
И, наконец, это был отечественный ученый, российский ученый, которого называют отцом русской физиологии, но который, помимо физиологического поприща, разрабатывал и проблемы психологии, это, конечно же, Иван Михайлович Сеченов. Это Иван Михайлович Сеченов. Все программы опирались на разные определения предмета психологии. Все они обладали разнообразным теоретическим содержанием. И, казалось бы, ничего общего между ними нет. Но это только внешняя кажимость. Оказывается, все три программы базировались на совершенно новом способе определения предмета психологии. Давайте посмотрим, на каком. И каков был старый способ. Старый способ определения предмета опирался на раскрытие его содержания. При старом определении предмета психологии сознание определялось через свое внутреннее содержание, через ответ на вопрос, из чего оно состоит. И именно благодаря этому подобное определение предмета всегда отрывает его от множества других явлений действительности. Любое определение предмета и определение любого предмета через его внутреннее содержание, через его структуру, не предполагает установление отношений данного предмета с другими явлениями действительности. Вот почему сознание и было изолировано от прочих явлений действительности. Потому что определение было такое. Сознание – это то, что мы видим в себе. Да, оно состоит из элементов, они связаны ассоциациями, допустим, и так далее. Но при таком определении, где внимание акцентируется на внутреннем содержании, предмет отделен от прочих явлений действительности. И в силу этого, к концу XIX века это узкое внутреннее содержание сознания было уже достаточно исчерпано в своем изучении. Так вот, эти все три программы совершенно разными способами, по-разному, разными путями и в разных терминах, выражали новый способ определения предмета психологии. Во всех трех случаях психика определялась через ее функцию, которую она выполняет по отношению к другим явлениям действительности. Через функцию направленности на предмет познания у Брентана, через функцию адаптации организма к окружающей среде у Джемса, через функцию регуляции поведения или взаимоотношения организма со средой у Сеченова. Но ключом к определению предмета психологии здесь была уже не структура, внутренняя структура, как раньше, а функция. А что такое функция? Функция – это всегда отнесенность данного предмета к какому-то другому явлению. В чем функция стола? В том, что это средство, предмет мебели для того, чтобы за ним сидели и писали, например. В чем функция, не знаю, ручки? В том, чтобы мы могли писать ею по бумаге и тому подобное. Посмотрите, я сразу стол соотношу с процессом письма и ручку соотношу с процессом письма. Я определяю предмет через его функцию, то есть через его связь уже с другими явлениями действительности. А к XIX веку действительно сложилось так, что образовалась большая ограниченность, сформировалась большая ограниченность психологии. Она изучала свой предмет, оторванный от прочих явлений, и не могла его изучать иначе, потому что таково было его определение. Сознание – это то, что внутри меня и состоит из чего-то. Оно никак не связано с другими явлениями. Вот эти новые определения предмета психологии, по меньшей мере у Брентано, Джемса и Сеченова, задавали предмет психологии, то же самое сознание, кстати, не через его внутреннее строение, а через возможные отношения к другим явлениям действительности. И для психологии такой переход, который поначалу даже не осознавался, а потом был осознан как развитие функционализма, функционального определения психики через ее функцию, такой подход резко раздвигал горизонты возможностей. Теперь, в принципе, психология обретала возможности изучения психики в любом ее отношении к прочим явлениям бытия. Раньше психика была изолирована своими рамками. Теперь появляется возможность анализа психики во всех ее возможных связях с другими явлениями бытия. И эти возможности необходимо было реализовать.
Поэтому после появления трех проектов новой психологии в конце XIX века проходит некоторое время для укоренения функционального способа мышления в научном сознании психологов, и вдруг совершается беспрецедентное явление во всей 2500-летней истории психологии. Ибо за 2500 лет не было ни одного случая, когда бы в одно и то же время в разных странах и независимо друг от друга почти одновременно появлялись крупные научные школы, каждая из которых выдвигала свою общепсихологическую теорию. Ведь факт одновременности в науке далеко не случайен. Одновременное, допустим, открытие разных идей означает, что, так сказать, идеи носятся в воздухе, что естественная логика развития науки подвела научное познание уже к выдвижению этой идеи. И эта идея независимо обнаруживается у разных ученых. То же самое и здесь. Бихевиоризм, гештальт-психология, психоанализ и многие другие школы появляются почти в одни и те же годы совершенно не случайно. Представляется, что общим основанием появления этих школ послужил переход от структурного к функциональному способу определения предмета психологии и обретение психологии возможности анализа психики во множестве ее новых связей с явлениями действительности. И каждую из этих функций психики, да, упредмечивала в себе та или иная общепсихологическая теория начала 20 века. Посмотрите, бихевиоризм изначально возникал для того, чтобы выявить роль психики в построении внешних действий, из которых складывается поведение. Правда, стал изучать эти внешние действия ценой отказа от изучения психики. Гештальт-психология изучала эти гештальты или структуры не сами по себе. Она же изучала законы гештальта, то есть то, а какова функция этих структур в организации нашего опыта. Какими путями гештальты организуют и упорядочивают наш опыт? Оказывается, по закону фигуры и фона, по закону хорошей формы, по закону достройки до целого и иными способами гештальты структурируют, упорядочивают наш опыт в виде целостных образов. Обратим внимание на то, что и психоанализ изучал не просто само по себе бессознательное. Что он изучал? Функцию бессознательного. Какую роль играют бессознательные психические процессы в нашей жизни? Определяющую, а какую именно? Вот конкретный ответ на вопрос, какую именно роль составили содержание психоаналитического учения. Так что легко заметить, хотя на первый взгляд, может быть, это незаметно, но можно заметить, что каждая из одновременно возникавших психологических школ осознанно или неосознанно пыталась опредметить, найти реальное содержание одной из возможных функций психики. Значит, основанием для революции начала 20 века послужило выдвижение трех программ альтернативных Вундтовскому, которых объединял общий новый способ определения предмета психологии – функциональный способ. И вот мы тем самым завершаем вторую стадию, прослеживать второй этап развития предмета психологии. И перед нами открывается третий этап. Он открывается в начале 20 века. Как же назвать этот третий этап развития предмета психологии? Третий этап, начавшийся с началом 20 века. Вот на экзаменах часто приходится слышать такой ответ. Сперва была душа, потом сознание, а потом поведение, отвечает студент. То есть вся психология стала бихевиористской, что ли? Нет, ну почему? Ну еще и бессознательная. Ага, и все сразу обратились в психоанализ. Нет, ну почему и гештальт-психология? И все стали гештальт-психологами. Ну не знаю. Следует иногда такой ответ. А в чем дело? А дело просто в том, что если в учебнике все уже частные понимания предмета психологии перечисляются в последовательности, линейно, то возникает впечатление о том, что после сознания стало поведение, потом бессознательное, потом гештальты и потом многое другое. А специфика-то этого этапа заключается в том, что и поведение, и бессознательная мотивация, и гештальты, и многое другое появилось одновременно. Что же стало с общим предметом психологии, который благополучно существовал с 17 по начало 20 века? Этот третий этап в развитии предмета психологии мы можем назвать очень просто и коротко. Раскол предмета и открытый кризис психологии.
Вот так мы можем назвать третий этап развития предмета. Это раскол предмета и открытый кризис психологии. Действительно, некогда единообразный предмет психологии, которым считалось сознание, который был у большинства, если не у всех, то хотя бы у большинства психологов общепризнан, рушится, и на руинах этого предмета возникает множество отдельных самостоятельных предметов психологии. Мы с вами их уже называли. Это поведение в бихевиоризме, это структуры или формы, упорядочивающие наше сознание в гештальт-психологии, это неосознаваемая мотивация, как движущие силы психической жизни в психоанализе, это социально или социокультурные источники возникновения сознания во французской социологической школе, это целостный человеческий дух в описательной или понимающей психологии. Это, наконец, личность в персонализме. И это далеко не полный перечень частных предметов, на которые раскололась некогда единая психология. Содержание кризиса мы успели обсудить. Мы увидели, что Выгодский, пожалуй, глубже других своих современников, выявил суть этого кризиса. Он показал, что в психологии исчезло то, что ей так остро было нужно. Исчезла своя общая концепция, исчезла общая психология. Ибо каждое направление от бихевиоризма до персонализма претендовало на статус общей психологии, но всю психическую реальность сводило к какому-то одному узкому ее аспекту. И тем самым реально не могла считаться общей психологией. В то же время мы заметили еще и то, что отдельные эти части предмета психологии просто механически сложить друг с другом все равно не удавалось. Никакого бы целого из них не вышло. Значит, психологии требовалось построение своей общей научной концепции. К сожалению, эта задача не решена вплоть до сегодняшнего дня, хотя определенные усилия в этом направлении делались, в том числе самим Выгодским. Но Выгодский обращает внимание еще на одну особенность. Он обращает внимание на то, что одной из причин движущих сил кризиса начала 20 века выступила как раз практика. Мы уже говорили о том, что в начале 20 века действительно практика обвально вторгается в сферы различных наук, требуя помощи. И вот именно практика и послужила одним из оснований быстрого распада классической психологии сознания. Ведь, с одной стороны, психология сознания исчерпала свой узкий предмет изнутри, а с другой стороны, в начале 20 века практика окончательно привела к ее разрушению. Значит, новая общая психология, по мысли Выгодского, должна быть не результатом механического сложения разных теоретических позиций разных школ. Она должна развиваться, выражаясь словами Выгодского, как философия практики, то есть как осмысление практики. И именно практика, по Выгодскому, и должна быть тем системообразующим принципом, который многочисленные психологические представления сделает единой системой. Именно как философия практики. Между прочим, можно привести пример развития некоторых направлений именно как философии практики, то есть как осмысление практики. Если взять, например, психоанализ, то можно увидеть, что психоанализ начал свое развитие с клинической практики и с определенного эмпирического факта. У истериков травматический опыт вытесняется, и он совершенно не выявляем в сознании. Вот с чего начинался психоанализ, а к чему привело его развитие? К построению множества различных теорий личности, очень тонко вскрывающих глубинные механизмы психической жизни. И построение этих теорий происходило как постепенный процесс осмысления практики. Так что эта идея Выгодского реально имела под собой основание. Хотя надо признать то, что до сих пор единой психологической теории нет. Итак, третьим этапом развития предмета психологии мы называем раскол предмета и открытый кризис психологии. Что же было дальше? Дальше мы с вами можем заметить, что бихевиоризм, например, уступает место необихевиоризму. Психоанализ сменяется неофрейдизмом или неопсихоанализом. Появляются новые направления, находящиеся на пересечении идей материнских школ. Что все это означает? Что означают направления с приставкой «нео»? Они означают вот что. По прошествии не очень долгого времени
Фактически каждое из направлений, пытавшееся из частного принципа вывести всю систему общей психологии, оказывается у тупика. Оказывается, что в развитии каждого направления возникает такое препятствие. Оказывается, что общую психологию невозможно вывести из одного лишь частного принципа. И тогда начинается процесс постепенного размывания границ между указанными направлениями. Это очень явно можно показать, например, в развитии бихевиоризма. Развитие бихевиоризма приходит к некоторой критической фазе довольно быстро. Но, во-первых, обнаруживается, что павловский условный рефлекс не во всех случаях имеет место быть, а научение реально происходит. То есть не во всех случаях мы можем объяснить результат приобретения новых реакций павловским условным рефлексом. Требуются какие-то новые объяснительные принципы. Кроме того, обнаруживается отсутствие взаимно однозначной связи между реакциями и вызвавшими их стимулами. Значит, что-то лежит на пути между стимулом и реакцией, от чего зависит стимульно-реактивная связь. Наконец, обнаруживается то, что, выражаясь словами самих бихевиористов, выглядит так, что оказывается, что самая глупая крыса оказывается умнее самого умного экспериментатора. Это значит вот что. Это значит, что бихевиористы пытались свести сложное поведение животных к сумме элементарных реакций. Они ведь тоже воспроизводили элементаризм. А поведение животного всегда превосходило сумму этих элементарных реакций, рассчитанную экспериментатором. Все это требовало введения новых принципов. И эти принципы вводятся уже в необихевиоризме. Его основателем выступил Эдвард Толман, как известно, который первое, что сделал, он заявил о необходимости введения понятия промежуточных переменных между стимулом и реакцией. Значит, для объяснения сложного поведения одной лишь чистой стимульно-реактивной связи оказывалось недостаточным. Требовалось обратиться еще к той реальности, которая лежит между стимулом и реакцией, и которую он назвал промежуточными переменными. А что входит в состав промежуточных переменных? Обнаружилось, что в их состав входят так называемые когнитивные карты. То есть образ структуры лабиринта, образ структуры ситуации. Давайте посмотрим, что значит образ структуры. Откуда привносятся, из каких других направлений психологии привносятся эти понятия? Во-первых, слово «образ» означает, что реальность, называемая промежуточными переменными, это реальность уже психическая. Это образ. Значит, под странным для психологии словосочетанием промежуточные переменные стоит реальное психологическое содержание. А как же оно трактуется? Как трактуется это психологическое содержание? С позицией какой школы? На этот вопрос уже нам дан ответ. Это образ структуры. Значит, это некая структура лабиринта, да? Некая его форма. По-немецки это значит гештальт. Значит, мы с вами обнаруживаем здесь прямое вторжение в состав бихевиоризма, не только психологии вообще, но в частности идеи гештальт-психологии. А ближайшее знакомство с биографией самого Толмана дает нам понять, что сам Толман был учеником гештальт-психологов и вполне естественно вводил в состав бихевиоризма их идеи. Кроме того, можно заметить, что Толман, наконец, положил конец элементаристской методологии, благодаря которой самая глупая крыса оказывалась умнее самого умного экспериментатора, и заявил, что поведение нельзя рассматривать как молекулярный феномен, то есть как состоящий из молекул, а рассматривать его надо как феномен молярный, то есть как целостный поведенческий акт. И это было также привнесение принципа целостности из гештальт-психологии, но уже не на уровне теории, то есть представления о том, что я изучаю, а на уровне методологии, то есть на уровне представления о том, как я изучаю. Я должен рассматривать поведение как единый целостный акт, направленный на определенную цель. Вот направленность на цель и делает это поведение единым. Целью можно объяснять сложное поведение, а вовсе не теми простыми элементами, из которых оно складывается.
А дальше в развитии бихевиоризма появляется такой исследователь, как Кларк Халл, который обогащает содержание промежуточных переменных путем введения туда драйвов. Драйв – это английское слово, ну, которое в наиболее точном переводе на русский язык означает «влечение». Значит, теперь, если Толман вводит в состав промежуточных переменных познавательные процессы, да, образ, гештальты, то Халл вводит в состав промежуточных переменных мотивационные переменные. Ведь что такое драйвы или влечение? Это разновидность мотивации. И Халл теперь пытается объяснить поведение, исходя из той мотивации, которая включена в промежуток между стимулом и реакцией. А мотивация по Халлу подчиняется принципу редукции напряжения. То есть мотивация представляет собой напряжение, стремящееся к разрядке. Совершенно очевидно, что этот принцип редукции напряжения, как, собственно говоря, и вообще разработка учения о мотивации, берет свое начало в школе психоанализа. Вот вам психоанализ, бихевиоризм обогащается идеями уже и из психоанализа. А в дальнейшем появляется бихевиоризм, такое направление бихевиоризма, которое в состав промежуточных переменных вводит информационно-алгоритмические модели. Оно пытается смоделировать то, что находится между стимулом и реакцией, ту реальность, которая прежде называлась черным ящиком, смоделировать по типу компьютера. Появляется информационно-алгоритмическая модель поведения, которая дает начало в дальнейшем развитию такого влиятельного ныне направления, как когнитивная психология. Ведь вся когнитивная психология занимается построением информационно-кибернетических моделей отдельных психических процессов, а начало этого процесса, начало такого моделирования дает нам как раз бихевиоризм, тот необихевиоризм, в котором промежуточные переменные моделируются по типу информационно-алгоритмических структур. В развитии социального бихевиоризма, естественно, вводятся принципы социологии и социальной психологии и так далее. Я привел пример бихевиоризма, очень кратко, конечно, для того, чтобы показать, что между направлениями начинают размываться границы. А раз это так, то, наверное, этот период также можно выделить как один из периодов в развитии предмета психологии. Он начинается примерно в 30-е и 40-е годы 20 века и продолжается до нашего времени. Как же можно было бы этот период обозначить? Его можно было бы назвать как тенденция к интеграции предмета психологии. Тенденция к интеграции предмета. Конечно, мы наивно говорить о том, что эта интеграция произошла, что эта интеграция есть уже какой-то готовый результат. Но можно сказать, однако, это уже тенденция. То есть, во всяком случае, некоторая, пусть и медленная, пусть и не очень еще эффективное, но совершенно реальное движение психологии на пути размывания границ между разными фрагментами предмета, между разными направлениями, и тем самым, пусть и довольно эклектичного, но постепенного объединения предмета в единое целое. И хотя этот процесс очень долгий, я надеюсь, что и вы внесете в него свой вклад, получив психологическое образование и приобщившись к большой психологии, как очень перспективной науке, которую называют наукой 21 века. А поскольку он только-только начался, то за вами большое будущее. Спасибо вам и всего доброго.